Дом из Израиля, шалом, дорогой рабай Валентин, Одесская община и, конечно же, все друзья. Так здорово быть вместе, вместе служить друг другу, высвобождать Божье Слово, делиться теми историями, чудесами, которые Господь совершает в нас. И я знаю, что когда мы возвышаем имя Господа, возвеличиваем Его через наши слова, наши свидетельства, Слово Божье, когда мы делимся тем, что Бог производит в нас, помазание Божье, оно приходит, высвобождается и поднимает наши сердца, ободривает нас, чтобы мы еще больше служили Ему и видели Его славу в наших жизнях. И Господь являет свою славу для того поколения, в котором мы живем, то поколение, которое Господь предназначил нас, чтобы мы жили. Он приготовил также великую славу на это время. И мы изучаем, читаем истории разных пробуждений в разных странах мира. И это здорово. И также важно помнить, что Бог приготовил пробуждение для нас. И оно уже идет, оно уже совершает свою работу. И иногда, когда кажется, что вроде бы как ничего не происходит, в Божьем Царстве всегда что-то происходит, и Он действует. Поэтому я молюсь за каждого, кто участвует в этой конференции, дорогие, чтобы это время было временем освежения, чтобы Господь открывал наши духовные глаза, чтобы мы могли видеть невидимое, прикоснуться к невозможному, там, где, не понимая, что происходит, двигаться верой и видеть прорывы, видеть Божью милость, явление Его славы и Его чудес. Об этом мы молимся из Израиля, переживая также непростые времена. Я прилетел из Америки после многих служений, служений на пророческих конференциях, Бог также являл свое слово, свою славу. Я высвобождал слово, но также принимал слово для себя. И это здорово, когда у Бога всегда есть что-то свежее для нас. Всегда есть свежее прикосновение, свежее помазание, то, что Он совершает. И результат приезда, я теперь сижу дома в бедуде или карантине на русском. И сегодня обращаюсь к вам на этой конференции из своего домашнего офиса. Но, тем не менее, для Бога нет границ, и давайте посмотрим Слово Божье. И, конечно же, в центре этой конференции тема «Израиль». И вы знаете, я служу Богу в Израиле уже 25 лет, 26 год, и на моих глазах Израиль изменился и преобразился. И мы понимаем, что изучая Писание, изучая и читая те пророческие слова, которые Господь говорит через пророков к нашим дням, да, Он говорил через пророков к тем дням, в которые они жили, Он говорил много о приходе Иешуа, Иисуса, и этом времени начинания, но также много пророчества в последних днях, и вот именно мы живем в те времена, когда пророчества о последних днях исполняются на наших глазах, в наше поколение, в то время, когда мы здесь живем. За последние 20 лет, 25 лет я видел также много исполняющихся пророчеств. И это просто глубоко касается сердец, понимая, что мы приближаемся. Мы понимаем, что будут непростые времена, тяжелые времена, по, я не знаю, мирским меркам, светским меркам, обычным меркам этой жизни, очень тяжелые времена. Но при этом Господь обещает нам, что это будет также времена, и уже приходят времена излияния Его славы, Его необычных чудес. И просто когда Его слава будет преображать все, Его свет будет светить и заходить в самые темные места. Поэтому сам Господь сказал, когда вы увидите эти пророчества исполняющимися, то тогда бегите и прячьтесь, закройтесь на молитву. Нет, Он так не сказал. Он сказал, поднимите головы ваши, да воспряньте, приближается ваше искупление. Все эти, то, что Он сравнивал, события напоминают родовые муки женщины, и в конце приходит час рождения нового. И так Господь творится новый, подводит нас также к новому сезону и дает помазание. Высвобождены вместе с этим также духи страха, обмана, много всего происходит. Но для тех, кто уповает на Него, Господь приготовил потрясающее воздаяние и благословение. И это то, что мы видим также и здесь, в Израиле. И говоря об Израиле, говоря о служении в Израиле, скажу так, что Израиль меняется и преображается. Тогда, когда я начал свое служение в Израиле, Израиль был совсем другим. И один из примеров, когда я начал заниматься евангелизацией в Тель-Авиве, это было 23 года назад, и все, что я делал, это ходил по улицам, проповедовал Евангелие. У меня взяло полгода, пока я увидел первое покаяние.
полгода ежедневных евангелизаций, молитв, евангелизаций, пока увидел первого человека, который открыл свое сердце и пришел к Иешуа. Сегодня мы видим покаяние, ну, чтобы не сказать точно, каждую неделю. Каждую неделю люди обращаются к Господу. Я стал свидетелем, когда мы собирали 1000 израильтян в одном месте, неверующих израильтян, и которым проповедовали Евангелие, которые первый раз в жизни слышали Евангелие, и Господь исцелял, и являл свою славу. Многие те, которые не верили, а просто пришли послушать, и кивали головой, ну да, да, потом вскакивали в восторге от того, что Бог их исцелил. И представьте себе, сегодня Евангелие проповедуется в Израиле. Но также у меня есть много свидетельств вместе с благодарностью ко всем братьям и сестрам, которые верно десятилетиями молятся за Израиль. Я знаю, что есть из наших зрителей те, которые недавно пришли к Богу, не так давно, и вы только недавно начали молиться за Израиль. Это здорово, молитесь дальше, потому что нам нужны ваши молитвы, Израилю нужны ваши молитвы. Но я больше того скажу, что это такой благословенный процесс, и вы в своей жизни будете видеть его благословение. У меня есть массу историй, массу свидетельств, когда люди начинали благословлять Израиль своими молитвами, своими пожертвованиями, своими визитами, в своих беседах и проповедях, изучая, в первую очередь, для себя тему Израиля, что Слово Божье говорит об Израиле сегодня. Их жизни преображались, наполнялись глубиной, и приходило, и просто Бог являет свою славу, потому что эта тема, тема Израиля, она является, на самом деле, помазанной темой. И иногда, говоря об этом, будучи человеком, которого зовут Израиль, живущим в Израиле, я немножко смущаюсь, я понимаю, что лучше, когда другие об этом говорят. Но тем не менее, моя уверенность основана и на опыте, конечно же, я говорю, что я лично был свидетелем многих-многих историй, но также на Слове Божьем, которое об этом говорит, что благословляющий Израиля будет благословен, и это действует до сегодняшнего дня, потому что Господь сказал, что все обетования во Христе Иисусе, через Него они «Да и аминь» в силу Божию через нас. Аллилуйя. Не «Да и аминь». Поэтому все обетования, которые Бог дал Аврааму, все обетования, которые сказаны в Библии, они актуальны сегодня, они действуют для нас. И также обетование, что благословляющий Израиль будет благословен. Это сильные обетования, они действуют. И это важно понимать всем верующим. Итак, я скажу, вот одна свидетельство, например. Я помню, как я работал на стройке вместе с арабами, с мусульманами в основном. И как-то раз воскресное утро, вот это первый день недели у нас, воскресенье – это ваш понедельник. В воскресенье мы разгружали машину с бетоном, там было место, куда машина не могла подать бетон, и мы просто по два ведра таскали, быстро бегали, шла заливка, очень активная работа. И вот воскресное утро, я беру очередные два ведра бетона, большие, тяжелые, быстро-быстро бегу, иду, и вдруг я вхожу в облако славы, или на меня сходит облако славы, я не знаю, я было чувство, как будто я вошел куда-то в облако славы. И присутствие Божие было такое сильное, так меня захватило, что я просто понимал, что я не могу продолжать дальше. Я развернулся и пошел в комнату соседнюю, чтобы уединиться и начать помолиться. Зашел с этими ведрами, просто открыл глаза, слезы потекли. Вау, слава тебе, Господь! Просто его присутствие пришло, как на, не знаю, на сильнейших конференциях, на сильнейших молитвенных переживаниях, а я на работе, на стройке с арабами, с мусульманами. И тогда один мусульманин, мой друг, забежал за мной, Изар его имя, Изар забежал за мной в комнату. «Израиль, что случилось? Что случилось?» Я говорю: «Изар, все нормально, иди, я потом тебе расскажу». И у нас была интересная беседа после этого. Но вы знаете, когда это событие произошло, я пришел в себя, обтерся, пошел дальше работать. И потом я молился и спросил Господа: «Господь, что это было? И почему в такое неудобное, неподходящее время и место? Что это было?» И я даже забыл, что это было вообще воскресенье, потому что у нас это рабочий день. И Дух Святой напомнил мне. Я прямо увидел в духе разные церкви, воскресное собрание, которая включает всю молитву, молитву за Израиль. И они молятся. И Бог берет эти молитвы и высвобождает свою славу через эти молитвы и строит Израиль, поднимает, благословляет, совершает свою волю в Израиле. И я попал вот под это же молитвенное излияние. Это зашло на меня. Я просто понял, что это ваши молитвы. Это молитвы святых. Поэтому, кто молился в 2000, это был 7-й год, 6-й год, кто молился за Израиль, спасибо вам, дорогие. У меня немало вот таких историй, переживания просто Божьей славы в очень самые неожиданные времена и места.
И Господь действует. Представьте себе, вы далеко там, в Одессе, на Украине, в России, в разных уголках земли, а Господь действует через ваши молитвы. И Слово Божие показывает нам, что один сеял, другой поливал, а вас возрастил Бог. Поэтому одни делают, одни трудятся, одни молятся. И в конце концов Господь дает плоды, и все мы переживаем и будем переживать Его воздаяние. За все молитвы, за каждую молитву, дорогой брат, сестра, за каждую молитву, за каждую проповедь, за каждое слово в поддержку, за каждое ободрение, за каждое слово истины мы переживаем воздаяние. И вы знаете, я хочу также открыть, я, кстати, не планировал, не планировал, я прям чувствую, Дух Святой напоминает мне Исаия, 66 глава, там дано нам очень интересное и сильное обетование. Исаия 66 глава – это известное пророчество в христианском мире, потому что именно это пророчество говорит о восстановлении Израиля. А я хочу обратить ваше внимание на что-то другое. Не только на восстановление Израиля, а что происходит и будет происходить с каждым верующим. Итак, здесь написано «Доведу ли до родов, не дам родить, говорит Господь». Дальше написано «Возвеселитесь с Иерусалимом». То есть он говорит о восстановлении Израиля, что Израиль будет восстановлен. Кто видел такое, кто слышал такое, что Израиль восстановится в один день, в один час восстановилось государство, об этом часто проповедуется и говорится. Но то, о чем не говорится часто, это 10 стих. Вот обратите внимание, потому что стих для всех тех, кто не в Израиле, кто не относится к Израилю, но относится теперь в духе через Иисуса Христа, через Иешуа Машиах. Итак, 10 стих, смотрите. «Возвеселитесь с Иерусалимом и возрадуйтесь о нем, все любящие его». Четкое слово, да? Все, кто любит Израиль, все, кто любит Иерусалим, возвеселитесь с ним и возрадуйтесь вместе с ним, возрадуйтесь о нем. «Возрадуйтесь с ним радостью, все сетовавшие о нем, чтобы вам питаться и насыщаться от сосцов утешения его, упитываться и наслаждаться преизбытком славы его». Ибо так, говорит Господь, я направлю к нему мир, как реку, шалом, да, как реку, и богатство народа, как разливающийся поток. Итак, смотрите, Слово Божье говорит, что Бог восстановит Израиль, произойдут эти потрясающие чудеса, явит слава Божья. Господь направит мир, как реку, да, богатство народа, все это произойдет в Израиле и в Иерусалиме. Написано, что те, кто сетовали о Иерусалиме, те, кто сетовали о Израиле, то есть переживали, плакали, молились, плакали в своих молитвах, да, молились, переживали, стояли за Израиль, когда Господь начинает утешать Израиль, когда Он окончательно утешит Сион, а как пройдет утешение Божие, это когда Он исполнит свои обещания, когда Он исполнит и явит свои обетования, и явит свою славу в полноте, написано, что тогда и все, кто стояли за Израилем, также будут насыщаться этим же утешением, этой же славы, насыщаться этим же самым. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, молясь за Израиль, вы служите Господу. Молясь за Израиль, стоя с Израилем, вы исполняете Божью волю, вы делаете то, что на сердце Бога. Это то, что говорит Писание снова и снова. Но я добавляю здесь, что таким образом вы также приготовляете себе славу. Это одно из славных служений, помазанных служений, потому что когда Господь, само Слово Божие говорит так, пророк Исаия говорит здесь словами, которые он слышал от Бога, что когда сам Господь, Отец Бог, все это совершает, тогда и в вашу жизнь придет это излияние, это утешение. Тут такая фраза, будете питаться от сосцов утешения, да, сосцы, потому что Бог называет себя Эль-Шадай. То есть Бог материнской груди, да, мы говорим это, Бог избытка, да, это также, но дословный перевод Шадай – это грудь, материнская грудь, да, Эль-Шадай. И вот сам Бог будет питать нас, как своих младенцев, да, кормить, как мама кормит из своей груди, то есть изливать все, что нам необходимо, утешать, являть славу, являть благословение. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, спасибо вам за молитвы, и мы посмотрим дальше, как все это работает и благословляет жизни верующих. И знаете, сегодня в Израиле, наверное, нельзя сказать, идет пробуждение, но в каком-то смысле оно уже, да, идет. И это важно, и это очень особенно, это очень дорого, потому что об этом говорили пророки древние, об этом говорили библейские пророки, об этом говорит Новый Завет. Послание Римлянам 9, 10 и 11 подводит нас к полноте Божьего плана для народов и, в конце концов, также для Израиля. Но я скажу так, если мы суммализируем
все пророчества. Сейчас у меня нет времени изучать, каждый читать, мы посмотрим некоторые примеры, но если я захочу суммализировать все пророчества и вкратце рассказать, что должно произойти, что будет в конце, от времени Иешуа, Иисуса, и до последних дней. Итак, суммализируя пророчество, мы говорим, что Бог говорит несколько вещей. Первое. Израиль со свои грехи и непослушание, как и говорили пророки, как предупреждал Бог, Израиль пойдет в рассеяние. Придет разрушение в Израиль, Иерусалим будет разрушен, Израиль как народ уйдет в рассеяние и будет отправлен во все народы. Это произошло 2000 лет назад. Второе, Бог говорит, что несмотря на все это, вы будете в разных народах, будете страдать, вас будут гнать, будете переживать разные гонения, но второй пункт, при этом я сохраню себе остаток, я сохраню вас. Вы как народ всегда будете перед моим лицом, вы как народ будете существовать. Многие народы исчезли. Я живу в Аждоде, здесь проживало несколько народов, которые сегодня уже не существуют, они исчезли. В Израиле было много народов, перечисленных в Библии, и все они исчезли. Бог сказал, что вы всегда будете народом перед моим лицом. Он сохранил народ. Аллилуйя. Третье, он сказал, что к концу времен, и пророк за пророком подчеркивает, к концу времен, в последние дни, к концу времен, я восстановлю Израиль, я восстановлю, благословлю, защищу, я выведу вас из народов и приведу вас обратно в эту землю, в землю вашу, не только в Биробиджан или в Африку, или в какое-то еще место, что думали люди, где восстановить Израиль, но в вашу землю, в оригинальную вашу землю. То есть так третье восстановление страны, да, и когда народ Израиля возвращается в эту страну, это исполнилось и продолжает исполняться, возвращение продолжает исполняться. В это пророчество я, в этот третий пункт я отношу также сверхъестественную защиту, благословение, когда страна была атакована врагами и не было шанса на то, чтобы выжить. Израиль выжил, когда страна из пустыни превратилась в цветущий сад, это все сюда. Восстановление со всеми вокруг его благословениями, чудесами, знамениями, потрясающей защитой Божьей. Аллилуйя. Но четвертое, важное, очень важное и последнее знамение – это пробуждение в Израиле, которое будет сопровождаться пробуждением по всему миру. Евангелизация, когда Евангелие зайдет во все народы и придет во все страны. Об этом говорит Римлянам 11 глава, 25-26 стих. «Да я не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей», Бог называет это тайной, что в конце концов, несмотря на то, что Израиль отпал в тот период, когда писался Новый Завет, в конце концов весь Израиль спасется. То есть весь этот остаток, все те, кто будут жить на тот момент окончательного посещения, спасутся. Но истина в том, что процесс спасения уже идет, он уже начался. И по молитвам святых, по молитвам народов, которые стоят и молятся за Израиль, этот процесс уже пошел. И слава Богу, знаете, меня так это коснулось, так часто касался Господь. И недавно Господь показал нам, вы стали большой общиной, говоря в нашей общине. Вы за вас молились народы так долго, теперь пришло время вам вставать и молиться. Представьте себе, мы живем во времена, когда Бог теперь поднимает молитву внутри Израиля, когда верующие из Израиля теперь служат другим народам, служат через свои молитвы, служат через служение. Я также часто езжу по разным странам мира, я один из многих, и не только рассказываю об Израиле, но также служу исцелением, и в дарах Духа Святого, и разными другими вещами тела Христа, и это также растет, слава Богу, идет это полноценное восстановление Божьей силы, Божьей славы, Божьих служителей в Израиле через Израиль. И вы знаете, как в начале времен, приняв Евангелие, Израиль проповедовал это Евангелие здесь, в этой земле, только здесь, внутри Израиля, не выходя за его пределы. Потом Бог должен был привести Петра в город Яфу, туда, откуда же бежал Иона от своего призвания, потому что он не хотел идти к язычникам. И он пришел в город Иопия, город Яфо, и оттуда направился в другом направлении. В это же место Бог берет Петра, приводит его туда же, давая ему то же самое откровение, что Ионе. Иди к народам, проповедуй Евангелие. И в конце концов, он, послушавшись, идет в Кесарию, где проповедует первым язычникам Евангелие, с них сходит Дух Святой. И это положено, таким образом было положено начало. А дальше мы видим церковь в Антиохии, где и евреи, и язычники служат Богу вместе. Это то, о чем говорит
послание Ефесянам пророчески говорит, что Бог создал в себе самом одного нового человека. Он взял евреев, взял язычников, и в них в себе самом создал теперь не только народ Божий, народ Израиля, а теперь народ Божий, который состоит из всех народов и языков. И вот мы видим пример прекрасный в Писании, как израильтяне и неизраильтяне, евреи-язычники вместе стали одним телом во Христе и вместе несли Евангелие, вместе пошли нам в миссию. А после этого присутствие еврейское присутствие еврейских служителей постепенно с поколения ушло из тела Христа. Но сегодня мы живем в то время, когда Бог восстанавливает Израиль, израильское, еврейское тело Мессии, аллилуйя. И сегодня мы снова верующие в Иисуса, из евреев и неевреев, служим Богу вместе. И эта конференция, это прекрасная экспрессия, это прекрасное проявление этого служения, когда и евреи, и неевреи, мы одно тело во Христе, мы служим вместе Богу, и на этом есть особое Божье помазание, особое Божья благодать. Аллилуйя. Я хочу поделиться также псалмом, который, наверное, все мы знаем. Псалом 120, но тем не менее я хочу провозгласить его. Псалом 120, который говорит такие слова, 121, 6 стиха. «Просите мира Иерусалиму», на иврите «Шалю шалом Иерушалаем». «Просите мира» — это, здесь перенесли как «просите мира». На самом деле «шалю» — это «просите». «Шалю» — это также «ищите», также сюда подходит. И, конечно же, на английский перевели это как «молитесь о мире Иерусалиму». Да? Это тоже правильно, в этом контексте тоже правильно, молиться о мире Иерусалиму. Итак, «просите мира Иерусалиму, да благоденствует любящий тебя». Снова мы видим здесь интересным псалом, что он дает не только направление, что напоминание, молитесь о мире Иерусалиму, но также царь Давид раскрывает здесь пророчески, будучи пророком Божьим, раскрывает здесь полный смысл этой молитвы, говоря, высвобождая Божье Слово, показывая истины и связывая, как наши молитвы за Израиль и за Иерусалим влияют также на нашу жизнь. Итак, смотрите, написано, да благоденствует, то есть видит Божье благо, видит благие дни, видит Божье устройство все, кто любит тебя. Дальше, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Аллилуйя. Он уже высвобождает благословение для тех, кто молится за Иерусалим и за Израиль. Да будет мир в твоих стенах, мир в твоем доме, да, мир в твоих чертогах. Дальше он говорит, смотрите, ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе, шалом лиха. Представьте себе, шалом лах, Иерусалим, да. И так интересно, что ради братьев моих, аллилуйя, то есть он говорит, что благословение родственников, братьев, родственников и друзей, оно также, то есть ближних моих, оно также связано с тем, как я молюсь за Израиль, за Иерусалим. То есть молитва за Иерусалим высвобождает благословение в нашу жизнь, в нашу семью, к нашим близким, тем соработникам, соратникам, с которыми мы работаем, нашим друзьям. Это также будет перепадать и переливаться Божье благословение. Аллилуйя. И вы знаете, мне нравится слово благословение, потому что оно такое интересное. Я недавно перечитывал пророков, и вот один из пророков говорит такие слова. Вы трудитесь тяжело, вы сеете семена на своих полях, вы строите дома, но все напрасно. Вы сеете, а получаете мало урожая. Вы делаете, а практически не видите отдачи от того, что вы делаете. Чего-то не хватает, что-то сдерживает это Божье благословение. Потом дальше пророк говорит, а вот теперь посмотрите, с того момента, в пророке не имея, да, с того момента, когда вы расположили свое сердце, чтобы строить дом Божий, и заложили первый камень основания в дом Божий, вот теперь обратите внимание, с этого дня посмотрите, вы будете делать то же самое, а результаты будут другими. Вы будете точно так же делать все то же самое, но видите другие результаты. Почему? Потому что теперь в вашу жизнь приходит особое благословение, так как вы расположили свое сердце, чтобы взыскать воли Божьей, благословения Божьего и устройства Иерусалима. Я верю, что Давид говорит пророчески именно об этом переживании, когда сам Господь, из-за того, что мы делаем эти вещи правильно, Он изливает на нас свои благословения. И дальше написано, «Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе». Дальше речь идет о служении. Дом Господа Бога нашего, да? Служение там, где ты служишь Богу, твое служение будет преуспевать, когда ты понимаешь этот принцип и используешь его для Божьей славы, ради Божьей истины и, в конце концов, также для своей пользы, как Ишуа сказал, «давайте дастся вам,
да, мы даем, чтобы благословить, чтобы послужить, чтобы сделать правильные вещи, то, чему учит Господь. Но Господь верен, и мы также видим воздаяние и пользу и для себя. И хорошо хранить эти мотивы. Мы не делаем это только из-за пользы, да, только из-за эгоистических побуждений, только для себя. Но мы также должны знать, что так это работает, и благословение будет приходить также и для тебя. И эти принципы, которые открыты нам в Танахе, в Ветхом Завете, они подтверждены в Новом Завете, потому что сказано, что все обетования Божьи, они да и аминь. Божье Слово, оно не упразднилось, оно действует, оно актуально и сегодня, оно вечно, и его вечные принципы продолжают действовать в наших жизнях, высвобождая его силу. И это на самом деле просто замечательно, потому что мы с вами в этом плане действуем вместе. Вы знаете, участвуя в делах в Израиле, участвуя в пробуждении Израиля, когда мы как служение начали заниматься больше евангелизацией в Израиле, двумя вещами – евангелизацией Израиля и помощь нуждающимся. И у нас большая работа, мы видим огромную работу, помогаем бедным, помогаем нуждающимся, помогаем новым репатриантам, помогаем пережившим Холокост, сиротам, вдовам, матерям и дочкам, разным категориям людей. И вы знаете, когда мы стали это делать в Израиле, здесь, в этой стране, помогая бедным и нуждающимся, Бог открыл для нашего служения потрясающие двери. Я как представитель этого служения, как старший пастор этого служения общины Бет-Элель, я также пережил огромное благословение, увидел, как Божьи двери открылись во все народы. Вы знаете, у нас в Израиле очень дорогие цены, очень дорогая жизнь. Когда я ревновал, молился, верил, Бог сделал чудо через меня, и мы смогли построить здание для общины, огромное, красивое, большое здание для общины. Бог сделал чудо для моей личной жизни. Одно с другим не связано вообще физически, но связано духовно. Он сделал чудо. Первое, я участвовал в одном мероприятии, где продавали квартиры для молодых семей, и я выиграл, это практически было невозможно, я и мой помощник, второй пастор Итан, мы выиграли возможность купить квартиру, которая сегодня стоит больше полмиллиона долларов, за, во-первых, полцены, вот, во-вторых, перед тем, как цены поднялись, за полцены, и Бог также дал все предоплаты, чтобы мы могли выплатить просто чудесами, знамениями, банки участвовали, и произошли всевозможные чудеса. То есть я вижу, как мы, когда благословляем Израиль и вкладываем свои ресурсы, даже будучи израильтянами, в правильные вещи, в правильное дело, на благословение этого народа, мы же здесь переживаем благословение. Теперь у меня есть масса свидетельств, когда мои друзья расположили свое сердце, чтобы помочь Израилю, чтобы благословлять Израиль. Бог также изливает в их жизнь огромное благословение. Также есть такие же свидетельства друзей, которые помогают евреям, которые не живут в Израиле, но в других странах, помогают евреям, и они переживают и духовное, и финансовое, и всевозможные благословения. Бог верен своему слову, он верен своему слову. И это одна еще из дополнительных категорий для благословения в нашу жизнь. Это благословлять Израиль, стоять за Израиль. И вы знаете, это просто работает. Это написано в Божьем Слове. Есть масса примеров, я хочу привести пару из них, может быть, менее популярных примеров. Но на самом деле это так работает. Поэтому я хочу ободрить вас. Продолжайте стоять с Израилем, стоять вместе с Израилем ради истины Божьей, ради Божьего Царства, ради Божьих целей. А в конце концов, даже ради себя, своих близких, своих ближних, как мы читали в этом псалме. И это на самом деле, это просто производит чудеса. Деяния 11 глава, 27 стих, с 27 стиха написано так. «В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки». Окей? Из Иерусалима пророки пришли в Антиохию, на территории современной Турции. Церковь, которая была наполнена уже теперь и не евреями, и язычниками, там были также евреи. И один из них по имени Агав, тот же Агав, тот же пророк, который пророчествовал апостолу Павлу о том, что будет арестован в Кесарии, он встал, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, дальше дописывает автор, который был при кесаре Клавдии. Теперь посмотрите, пророк становится и предупреждает, голод грядет на землю, который будет несколько лет, тяжелый голод. Итак, какая реакция церкви? Они слышат пророчество, что голод идет на землю. Какая естественная реакция любого человека? Начинать копить, начинать собирать, начинать думать про запасы. Как сделал Иосиф, да, собрал огромные запасы, да, подготовившись к голодным годам. Что делают пророки и служители в церкви в Антиохии? Это первоапостольская церковь, пример для всех нас. Что они делают, смотрите, 29 стих. «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать
пособие братьям, живущим в Иудее. Что и сделали, написано дальше, послав таким-то образом. Итак, когда они услышали о голоде, представьте себе, когда они услышали об этой нужде, их первая реакция была: давайте соберем пожертвование, соберем пособие, то есть помощь, пожертвование для братьев, которые живут в Израиле. То есть не для даже своей церкви, не для себя, а в первую очередь для израильтян, которые служат Господу. Здесь написано не просто в Иерусалим, а для братьев, живущих в Иерусалиме. Здесь тоже есть еще одна дополнительная точка. Благословляй Израиль. Помните, что самое дорогое, самое важное – это то, что делает Господь. Поэтому в целом благословить страну важно. Но когда мы говорим уже о физическом благословении и его проявлении, тогда важно помнить, что когда мы делаем это через тело Мессии, через тело Христа, через общины, это имеет еще большее благословение, большее помазание. Слава Богу за это. Итак, это то, что они сделали, показав нам пример, заботясь об этой стране. И вы знаете, я не собираю пожелания, я просто сейчас делюсь с вами словами истины Божьей из Писания, из Слова Божьего, из Танаха и также из Нового Завета. Я скажу еще одно слово. Римлянам 15 глава 27 стих написано так. То есть он говорит, Писание говорит о пожертвовании, которое собрали для Израиля, также для израильтян, написано так, усердствовать. Да, и должники они перед ними. То есть должники они язычники, языческая церковь перед ними, перед Израилем. Он говорит, они должники. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Вы знаете, прошло 2000 лет с тех пор. И это хорошо, это актуально, это правильно, что приняв служение духовное, а также какая-то отдача практическая, физическая, какие-то пожертвования – это правильный шаг. Но я скажу вам, что в первую очередь все равно остается духовным, и поэтому вы, приняв через поколение от Израиля Евангелие, приняв его послание, его весть и спасение, помните, что вы также как минимум должны послужить Израилю тем, что вы стоите за Израиль духовно, морально, молите за Израиль. И это то, что говорит само Писание, послание к римлянам. Да? Это наша должность, это наша часть. Это то, что мы должны Богу воздать ради просто истины Божьей, ради Его порядка. И вы знаете, говоря о Его порядке, Писание говорит нам о первородном. Много раз Ветхий Завет упоминает благословение первородного. И Израиль Бог называет первенцем. И вы знаете, Он его благословил, Он его сохранил, несмотря на падение, на все проблемы, которые он пережил. Он его благословляет, аллилуйя, и учит нас также благословлять то, что дорого для Господа, то, что на его сердце. В завершение хочу прочитать вам еще одно послание, обращение к вам, данное через пророка Исаию. Каждому верующему здесь написано так. «На стенах твоих, Иерусалим», Исаия 62 глава, 6-7 стих. «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Не умолкайте перед Ним, доколе Он не восстановит, доколе не соделает Иерусалима славою на земле». Итак, Бог говорит здесь о духовном молитвенном служении. Это приглашение от Бога. Он ставит своих людей. Он ставит людей из народов на стены Иерусалима, призывая их ходатайствовать за Иерусалим. И так и написано: «О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте, те, кто стоите перед Господом, те, кто напоминаете о Господе, упоминаете о Боге, не умолкайте». До каких пор написано здесь? Пока Он не восстановит и не сделает Иерусалим славу на земле, пока Он не завершит свою работу и не зальет свою славу окончательно на Израиль, на Иерусалим, на эту землю. И как мы читали раньше, изливая эту славу, это коснется, излияние славы коснется также вашей жизни. Итак, я хочу ободрить вас и напомнить, продолжайте стоять с Израилем, продолжайте стоять с Иерусалимом. Это огромное благословение. Это то, что в нашей жизни, в вашей жизни, высвобождает благословение. И я снова повторюсь, есть много историй, есть много примеров, когда, скажем, у меня есть друг пастор Джой Делео, он недавно, Бог его коснулся, он изучал тему Израиля, он понял, что это Божий народ, что это Божий план, и он начал
проповедовать об этом, начал служить об этом. Для него открылись двери, он был приглашен как волонтером, продолжаем пастором, служить в одной организации. И в конце концов закончилось тем, и это еще продолжается, конечно же, что он и попал и в Белый дом, и попал домой к самому президенту Америки, и Бог открыл огромные двери. Он так и говорит: «Вау, я начал благословлять Израиль, для меня Господь открыл двери в политике, в моей личной жизни». Он получил огромное наследство от родителей, получил наследство в подарок от чужих людей. И, короче говоря, как только он расположил искать мир Иерусалиму, служить Израилю, он просто перечисляет, как Бог его благословляет, и это потрясающе. Это один из многих примеров, что Бог производит в нас. И сегодня, когда мы стоим на Божьем Слове и благословляем Израиль, как написано, понимая, что в первую очередь мы это делаем для самого Бога, для Его Царства, Его истины, и в конце концов для себя, для нашего служения, для нашей семьи. Итак, а мы, израильтяне, в свою очередь, молимся за вас, представьте свои молитвенные нужды, мы молимся за вас, и в завершение хочу помолиться. Господь, я благодарю Тебя, что прямо сейчас из Израиля Ты направляешь эту молитву. Господь показывает мне, как молиться, аллилуйя, касаясь и исцеляя братьев и сестер, и таким образом подтверждая эти слова Божьи, слова истины, эту тему Израиля, подтверждая для братьев и сестер о том, что это истина. Во имя Иисуса, Господь, я высвобождаю Твое исцеление. Касается сейчас, Господь, позвоночника, Бог касается чьей-то спины, какая-то больная спина, боль уходит, восстановление приходит, и спина исцеляется. Во имя Ишуа Машиах. Я слышал в Духе Святого какого-то колени, какую-то проблему с суставами, и вообще в теле и с коленами. Господь касается ваших суставов, касается ваших коленей во имя Иисуса. Я высвобождаю это исцеление именем Господа. Благодарю Тебя, Ишуа, что прямо сейчас Ты касаешься, исцеляешь, восстанавливаешь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Ишуа. Я также чувствую, что кто-то заболел, у вас простуда, и вы переживаете, чтобы это не корона, что будет дальше. Господь просто говорит вам прямо сейчас во имя Ишуа. В первую очередь, исцеление от вашей болезни, полное исцеление, и Он убирает всякие последствия. Божья защита проявится, и не будет последствий, вы увидите Божью защиту. Следующее, я слышу сердце, вот проблемы с сердцем. Сердце побаливает, сердце болит, Господь прямо сейчас исцеляет. Не будет инфаркта, не будет второго инфаркта, но Господь дает исцеление также сердцу во имя Ишуа, во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за Твое исцеление. Я благодарю Тебя, Господь, за все исцеления, которые Ты совершаешь сегодня. Во имя Ишуа Машиаха, амен. Спасибо, дорогие, слава Богу за то, что мы и вы все, мы вместе участвуем в Божьем деле на этой земле. Любим Ишуа, любим Иисуса, прославляем Его, служим Ему, ищем истину в своих жизнях. И нас ожидает Его Царство и Его слава. Она уже является и проявится еще больше в вашей жизни. Об этом я также говорю в завершении. Да явится Божья слава в ваших жизнях, чтобы видели Его лицо, Его присутствие, видели, как Он действует через вас, наполняя светом вашу жизнь. Во имя Ишуа Машиах. Шалом.